Всем привет, у нас утро, мы собираемся сейчас ехать в Гоузет, нам нужно оплачивать задолженность вот эту, чтобы Дэнни поставили все-таки штамп на выезд, потому что вот из-за этой визы непродленной, то, что я рассказывала, он был по моей визе в школе, нужно оплатить, так что мы сейчас едем оплачивать, вот, будем надеяться, что все будет хорошо. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Сказали Дэнни приезжать в субботу утром, в 9 часов утра. Бумага будет готова. Вот, в Гоузете. И ночью он уже улетает. Сейчас едем в консульство. Нам нужно забрать последние бумаги школьные, которые уже прошли подтверждение перевода и легализацию. Оставайтесь с нами. Доволен? Сейчас зайдем в очень хороший магазин. Рекомендую всем, кто будет в Александрии. Я не знаю, насколько все всего Египта, но в Александрии это очень-очень будет хороший шоколад. Называется мистер Бейкер. Сейчас мы подъедем и покажу. Есть вот такой вот, такие вот шоколады различные, подарочные. Сейчас я подойду сюда. Вот такие конфеты. Очень-очень качественный, хороший шоколад. Килограмм стоит тоже 505, 575, 96, 85. Такие вот цены. О, вот, видишь, вот такие вот есть наборы. Разные, красивые. Нет, я говорю, надо какой-то подарочный взять. Съедобный? Почему съедобный? Очень вкусный. Такие добрые. Съедобные. Так же они делают. Вот, у них есть такие коробки. Хай. Хай. Вопрос разный. Спросите, что там? Нет, 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 я не сейчас не знаю. Разные. Красивые пилы, все такое красивое. Вот, а там дальше уже есть все. Даже печенье, восточные сладости. Так, ну мы берем в подарок вот такую вот. Очень симпатичная. Такие конфеты. Вообще очень магазин хороший. У них очень, очень вкусный шоколад. Нам дальше сейчас как-то попробовать. Все очень-очень вкусно. Вот такое вот кафе недалеко от консульства. Заказали суп. Рады. Все последние деньги. Все уже последние зарплаты. Такие вот красивые соки нам принесли, сейчас покажу. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken. Мы все вышли в магазин. Видите,
перекусить. Сейчас зайдем еще в магазин, посмотрим. Ой, какие пеночки. Ой, какая прелесть. И сумы. Да, их больше не было. Ой, какой лакомый. Хочет его поглубить. Такие вот разные. Пастельные тона. Да. А вот интересный цвет. Я такого не люблю. Я говорю вот такой. Вообще-то ты любишь розового цвета. Я люблю розовый, фиолетовый. Я люблю фиолетовый. И вот такой люблю еще бирюзовый. И черный. Это черный, он универсальный. Здорово. Это как смотри. Вот такие светлые. Смотри, это болезнь. Всякими визгаль. Такие вот молельные платья есть. Хорошие. А тут видишь, он какие разные. И вот есть пушки. Ага, вот я говорю, тут черный такой же есть. Это не вот. А вот есть вот необычный, да? Ага. Такие вот оленя платья. Они почем? Это что, такие египетские? Египетские. Английские. Английские. Да. Угу. Смотри, вот тут неплохое. Они есть разные. Есть серый с розовым. Ага. Оно как платье и накидывает сверху этот шар. Не тяжело? Нет, не тяжело. Не разные есть. Есть черная с красной. Вот такой встречный. Симпатичный очень цвет. Фредди Крюгер. Нет, а вот симпатичный, смотри. Вот такой розовый. Вот такой. Такие. Нет, это тут просто хиджаб, это платье, видимо, летнее. Прайта. Может, я себя буду пить. Где? Just Friends. Очень дорогой. Маленькая коробочка. Ребята, ребята, пишите комментарии. Вы пошли маленькую Carrefour или самый большой Carrefour? Да, все взяли, закончили. Хао, я все сказала. А ты это самое? Что? Ну, это все у нас есть, да? Да, это все есть. Чай есть. Есть даже мороженое, смотрите, есть, которые, не знаю, это как называется, есть шоколадные, видимо, Орео, шоколадное, это Орео. А у нас какой-то там цвет, с черникой. Тут там, это красный. Салям. Такие восточные сладости, то что... Это мы подарили соседа. Подарочные, ага. Подарочные, вот это да, все. Да, это которые мы соседи подарили. Вот, чтобы, я имею в виду вот такое, чтобы оно не раздавилось. А, вот такой примерно. Вот, есть большая, есть маленькая. Большая. Такая вот прелесть. Такие маленькие, это же все ручная работа, такие вкусняшки. О, смотрите, тут еще какое-то красивое. Пошли какую-то раскраску взять. Просто не красочек терсим. Просто красочек терсим. Просто красочек терсим. Красочек терсим. Никто не рисует взрослых. Хорошо, хорошо. Спасибо, Дэнни. Сейчас уже дошли до дома, сейчас будем ужинать и потом спать. Мы пришли домой, что мы купили? Макароны взяли, вкусно поесть с чем? С маслом. Взяли, как всегда, вот эти желе. Потом взяли
майонез. Да, вкусно вроде. Кетчуп взяли. Соленые огурцы, самые вкусные. И еще сок. Сок. Который... Хлеб арабский взяли. Арабский хлеб. И взяли также обычный хлеб. Тост, тосты. Которые здесь продаются. Вот такие взяли. Мама взяла йогурт и такой желе себе. Потом взяли молоко. Потом взяли сыр Маздам с дырками, кстати. Сыр стоит 180 фунтов килограмм. Мы взяли 250 грамм. И взяли самое главное и любимое нами, то, что мы обнаружили здесь, это биф. Биф-бекон. Стоит он 150 фунтов килограмм. Мы взяли 330 грамм. Вот такой наш сегодня поход. Магазин. Прошлись. Первый раз за долгое время с нами был Дэнни. Мы были не одни. Это уже не было уже 1000 лет. Так что мы прошлись все вместе. Состояние такое уже странное. Вот. Поэтому сейчас мы будем кушать. А забыла сказать, купила, Дэнни купил малек такую раскраску. Там внутри наклеечки. Вот, да, сейчас покажу. Пани. Дэнни пришел, и Пани его встречает. Вот увидит голову. Он песню петь Джимбулэн. Да, 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 да. Ждал, сидел там наверху, ждал и, Дэнни. И ждал Дэнни. Вот тут семечки. Что? Дэнни принес семечки, купил. Вот. Ну, видел. Вот Пани, они. Пани. Вот тут семечек. Сейчас да. Мы отдадим одну семечку нам. Сейчас он... Ой, я думал, с ума слетел. Вот он хотел, он голодный. Ага. Мальчик. Дай клетку, может. Может. А? Клетку, да. Не-не-не, пускай он посидит здесь еще. Посидит, Дэнни. Да, пускай посиди. Ты не купил тебе еду, да? Ты на. Вот тебе семечки подарили. Вот так. Наверное, кошка смотрит. Да, котята смотрят наши. Дэнни и мое. Вот, Фима уже пришла. Хищник. Наверное, она сожрет Пани. А котята обожают птицы. Да, они любят птицы. О, они... Чё? О, смотри, он торчит хвостик, смотрите. Он даже не видит. Вот, 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 Сима. Сима пришла. Вау! Они такой голодный сидел. Да? Наверное, это пустая. Кошка, смотри, как смурка смотрит, малёк. Вот такой вот наш был день сегодняшний. Начиная с утра, с поездки в Гулзет и заканчивая походом в вечерний магазин. Все, на сегодня все. Всем пока.